走什么呢？Следующий светофор мигающий, красный.
город Эдрис. Давай, наполняйся. Сколько? 47 минут уже. 17:48. Офигеть. Через сколько я должен выехать из шаттла? Ну-ка. С опозданием. Шестьдесят минут. Ну это, что там пишут в объяснениях моего опоздания. Кто дурак, я или... Походу я везде дурак. Дурак в двух случаях. В тот случай, где я на крокодиле тормознулся. И внизу. Внизу я что-то не понимаю. Мне светофор закрыли, гады. Потом я остановился, когда они открыли визы. А остальное все. Инфраструктура написана. Три раза. Потом запланированные работы. Там, где меня пустили по встрече. После этого я сам дурак. Еще раз сам дурак, ну хотя остановили на красном. Еще дурак. Ладно, окей. И потом уже пошло-поехало. Д-блок, это разблокировка ситуации. Когда вот я догоняю, либо чтобы разблокировать вокзал, меня останавливают. Трафик нашелся в разные стороны. Я блокируюсь. Они пишут деблок. Гады, да. Какой деблок нафиг? Меня пустили сначала по одному вокзалу затерянному, к вокзалу. Второстепенный путь, чтобы ржавчину снять со стрелок. Потом по второму. Нормальный такой деблок. Деблок, что солнце подбьет. Час опоздания. Короче, походу через 5 минут я из шатле должен выехать. Поехали. 90. Thank you.
понравилось, которые списаны. Thank you.
почти приехали. Все как обычно, только я заторможу, так и откроется. Удобства. Так. Наш НВАЗ. Сколько? 5 пеклов, наверное. Что здесь? Маленькому. Так, где? Запустим папа. Все, вот сегодня рейс. Хорошо, плотно поел. Обед. Ну давай, зеленый.
следующий светофор находится в конце платформы, до него берется 30 км в час, чтобы никакого желания не было. Thank you.
коллеги сидят на платформе. Уже хорошо, что он стоит напротив. А это значит, что? Что я отцепляюсь, прям еду под поезд. Тем самым немного времени экономлю на маневрах. Что-то вдалеке я особо не вижу, что кто-то меня ждал, чтобы отцепить. Придется самому походу отцеплять. Позвольте на этом счете. С 26 офигеть. Так, теперь заполняем. Когда заполняется. Где это у меня было? Скоротали немного времени. Так, жилетик я одену, везде масло. Так, все, набрали. Теперь максимальное торможение. Где мои перчаточки? Так, вот. Отцепляем. Он уже идет. Нормально. Так, значит, он уже здесь. Снимаем тормоз. Есть уже 3741. Так, что у нас получается? 698 тонн.
пустяк. Значит, мне нужно было хотя унять и напрягать. Так, заклоняем. Поехали. Документ сюда. Сюда, как он заполняет. Так, режим. Там уже не берет. Я быстро. Так. Все, поехали. Состав. Опять они поставили прямо под светофор. Совпадает, и блоки тормозят. Так, давай, поехали на контакт. Так, нормально. Так, окей,
Ну, еще вытащил. Раз, две тряпки стоит. Окей, так, собираем шмоточки. И все, вот я и приехал.